Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Сэр Эдвард Джон Пойнт, первый баронет. Английский художник, дизайнер, рисовальщик, занимавший пост президента Королевской академии. Пойнтер был сыном архитектора Эмброуза Пойнтера. Родился в Париже, Франция, 20 марта 1836 года. Его родители вернулись в Великобританию вскоре после его рождения. Получил образование в Брайтонском колледже и Ипсвической школе, но рано бросил школу в состоянии здоровья, проводя зимы на Мадейре и в Риме. В 1853 году встретил Фредерика Лейтона в Риме, который произвел большое впечатление на 17-летнего Пойнтера. По возвращении в Лондон он учился в Академии Ли на Ньюман-стрит и в школах Королевской академии, прежде чем отправиться в Париж, чтобы учиться в студии художника-классициста Чарльза Глейера. Я цитирую Википедию. В 1866 году Пойнтер женился знаменитой красавицей Агнес Макдональд. У них родилось трое детей. Ее сестра Джорджиана вышла замуж за художника Эдварда Бернс-Джонса. Ее сестра Элис была матерью писателя Эдьяра Киплинга, а ее сестра Луиза была матерью трехкратного премьер-министра Соединенного Королевства Стэнли Болдуина. Сестра Пойнтера, Клара Белл, стала известным переводчиком литературных и научных работ. Сам Пойнтер, наверное, более известен своими большими историческими картинами, такими как «Израиль в Египте», «Святой Георгий для Англии», «Мозаика для центрального вестибюля Вестминстерского дворца», изображающего «Святого Георгия и дракон», и, возможно, кульминацией которой является визит царицы Савской царю Соломона, находится в художественной галерее Нового Южного Уэльса, Сидней. Был принят в качестве члена Королевской академии в 1869 году. Пойнтер занимал ряд официальных должностей, был первым профессором Слейда в университетском колледже Лондона, директором Национальной художественной школы, директором Национальной галереи. Стал действительным королевским академиком в 1876 году, а в 1896, после смерти сэра Джона Милли, Пойнтер был избран президентом академии. Получил рыцарское звание и почетную степень Кембриджского университета в 1898 году. Умер в Лондоне в 1919 году в возрасте 83 года. Пока-пока, до свидания, смотрим работы немножко о английском художнике, дизайнере и рисовальщике сэре Эдварде Джон Пойнт. Пока-пока, до свидания.